Так получается, что у всего в жизни есть цена. Я думаю, что мы, работники ресторанного бизнеса, платим двойную цену. Мы работаем, когда все отдыхают. Когда в окнах домов гаснет свет, мы только начинаем свой день. Мы частично прощаемся с личной жизнью, с отношениями, с семьей. Но когда мы видим счастливые лица своих гостей, когда мы танцуем и сливаемся в единый живой организм со всем залом, то все отходит на второй план. Танец — это движение. Движение, которое никогда не лжет. Я не хочу этим ничего сказать. Это не самовыражение, не способ высвободить что-либо. Я просто танцую. Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого. Танец — это как волшебство. Все сливается воедино. Весь мир движется с тобой. И на один прекрасный миг ты совершенно звезда.